Люди верили в призраков с давних времен. Одни описывают их как видение и странный свет, ощущение чего-то присутствия в комнате, шумы или внезапное падение температуры. Другие же чувствовали запах любимого блюда умершего человека, слышали его любимую песню или видели, как предметы начинали падать с полок, а двери сами открывались и закрывались. Есть и другое мнение людей, что эти вещи либо смонтированы, либо являются произведениями духов. Это Брейкман, и пришло время отдохнуть. Сегодня мы представляем 5 жутких паранормальных вещей, снятых на камеру. Номер 5. То, что вы собираетесь увидеть, весьма шокирует. Это вирусное видео последнего времени. Я почти на 100% уверен, что это была реальная реакция человека, который был свидетелем инцидента. Это случилось на станции технического обслуживания. Клиент закончил кушать и оставил все на столе, что вы и видите на этой картинке. Сейчас официантка приходит к столу, чтобы освободить стол после трапезы человека. Вот когда произойдет событие. Событие, которое она никогда не думала, что произойдет именно с ней. После увиденного женщина смотрит на камеру, чтобы убедиться, что все записано. А затем путается, она начинает оглядываться, чтобы увидеть, может, кто-то сыграл злую шутку с ней. Но нет, событие должно быть не из серии розыгрышей. Некоторые считают, что стакан переместился, потому что женщина, убирая посуду, пошатнула стол. Но стакан движется до того, как женщина начнет убираться. Другое мнение, что есть нить, которая тянет стакан. Позвольте мне добавить световые эффекты, чтобы увидеть, может ли вы заметить эту нить. Это видео обошло весь мир, привлекая внимание всех тех, кто его видел, в том числе очень важных людей, которые уверяют, что это еще не одно доказательство довольно радикальной идеи. Эксперты и очень серьезные люди начинают полагать, что мы живем в симуляции. Довольно сумасшедшая идея, которая указывает, что мы живем в искусственной вселенной, созданной суперкомпьютером. Эта идея исходит не из ничего, если не из сотен фактов, которые были найдены в космосе, сотен шаблонов и кодов, похожих на языки программирования, на тех же языках, которые создают игры такие, как Sims и другие, которые дополняют реальность. Возможно, мы поговорим на эту тему в другом видео, но под этой предпосылкой все эти паранормальные события, которые вы увидите ниже, и то, что вы увидели сейчас, это и есть существование духов, ну а может, дефекты моделирования, в которых мы живем. Это видео стало очень популярным в интернете. Как может быть, что что-то полностью мистическое, которое требует силы для работы тренажера, могло бы выполнить это действие самостоятельно? Событие, которое вы видите на экране, произошло в Чили. Оно привлекло столько внимания в социальных сетях, что даже местные средства массовой информации вещали эту ситуацию. Возможно ли, что невидимая нить имеет силы сделать это? И это не первый раз происходит в парке. Посмотрите на другие кадры. Это произошло в Акане, Колумбия. Здесь я вам не дам никаких объяснений. В предыдущей можно предположить, кто-то тянет нить. Но как насчет этого? Каковы ваши теории? Будут ли они духами? Или, возможно, это еще одно доказательство этих недостатков в симуляции, в которой мы предположительно живем? Несомненно, что-то, что стоит проанализировать. Номер 3. Верно, что иногда ветер или нестабильность вещей способствует движению предметов самостоятельно. Но то, что вы сейчас увидите, обладает таким странным движением,
что эти возможности аннулируются. Это видео, которое сейчас увидите, является одним из лучших доказательств существования паранормальных явлений. Особенно потому, что оно было захвачено на камеру безопасности. И все проведенные исследования показали, что в этом нет никакого взаимодействия с людьми. Единственное мнение — это то, что кто-то тянет тележку за нитку. Но позвольте мне сказать вам, что другие записи этого супермаркета показывают, что никого нет. Как это возможно? Оставьте мне свое мнение в комментариях. Номер 2. В 2014 году в Германии это событие было настолько шокирующим, что облетело все средства массовой информации. Камера безопасности захватывала что-то невозможное, и свидетели описывали что-то еще более странное. Через эту улицу прошли несколько транспортных средств и людей, и только через несколько минут произойдет паранормальное явление. Проезжает велосипед без водителя. Некоторые полагали, что возможно кто-то оставил его и он покатился по спуску самостоятельно. Но посмотрите еще раз на скорость велосипеда. Велосипед катится очень медленно и без отклонения. Вряд ли так сможет катиться велосипед без водителя. Каковы предложения тогда? Шутка сделана в интернете? Или это просто спецэффекты? Скажите мне, что вы думаете? Номер 1. Многие, кто видел это видео, которое вы сейчас смотрите, утверждают, что были полностью поражены случившимся. Не только из-за его изображения, но и для объяснения, которое можно дать этому. Согласно истории видео, девушка снималась во время игры с куклами. Оставляла камеру и покидала комнату. И именно в этом же шкафу произошло невозможное. Посмотрите еще раз на ситуацию и убедитесь сами, потому что многие люди считают, что что-то здесь произошло нереальное. Специалисты в паранормальных явлениях уверяют, что движение куклы слишком естественное. Мало того, что его рука перемещает мебельную дверь, и все его тело делает правильные жесты, однако это слишком удивительно, чтобы быть реальным. И есть поверенность, что кто-то внутри и все спланировал. Скажите мне, во что вы верите больше? Все в мире развивается, и знание не остается позади. Сначала считалось, что Земля плоская и центр Вселенной. Эта идея быстро изменилась, и может быть скоро мы осознаем, что по правде говоря это было не о духах, а скорее о реальных недостатках возможной симуляции, где мы живем. Многие физики и важные люди по всему миру уже уверяют в это, и возможно все, что мы видели сегодня, это не жизнь духов среди людей, а нечто гораздо более страшное. Это был Брейкман, и это был ваш небольшой отдых.